Добрый день, друзья! Меня зовут Светлана, и я продолжаю вам рассказывать, почему я считаю, что ЖК «Времена года» от компании «Госторг» один из лучших ЖК в Анапе. Теперь немножко расскажу вам об инфраструктуре со стороны улицы Парковой, Чехова. В общем, что у нас здесь находится, и я вам покажу открытый недавно проход, который идет возле ЖК «Радуга», который выходит напрямую на перекресток с Парковой. Про «Магнит» мы вам уже говорили, гипермаркет «Магнит» на Анапском шоссе. Также здесь много мебели, магазин мебельный. Если туда чуть-чуть дальше пройти, то есть до пересечения с улицы Мирной, то там будет всевозможные двери, крепеж, ключи, ну, в общем, все, что вам может понадобиться для ремонта, там, для отделки. Здесь вот с этой стороны обои, там кровля, на этой стороне строительные отделочные материалы, тут керамогранит, мозаика, то есть здесь вот реально такой вот пятачок с отделочными материалами, в общем, все, что можно купить для ремонта. То есть ни одной пирамиды, как говорится, пользуются люди. Вот, кстати, вдалеке уже виднеется второй и первый корпусы. Вот они еще не отделаны с фасада, но уже вы видите, все 8 этажей выгнаны и даже остеклены. Мы сейчас с вами делаем такую интересную работу. Мы ставим с вами секундомер. Это я сюда шла, с девочкой разговорилась. Так, чтобы вам было видно, мы делаем максимально свет. То есть мы включаем секундомер с этого момента и стартуем в сторону нашей любимой Радуги, и за ней будет уже наш комплекс «Времена года». Что у нас здесь есть, я пока вам расскажу, а потом мы с вами будем в ускоренном темпе двигаться, когда пройдем все магазины. Шинные диски, колесо, магазин, автострахование, антенны, оценка независимая, экспертиза. Так, обеды здесь, кстати, столовая есть, не знаю, не была, не уверена, вкусно или нет, надо будет как-то сходить, заодно вам рассказать о ней. Так, здесь, пожалуйста, тарелки, страхование. Автосервис, электрик здесь, вот туда можно заехать на СТО попасть. Мне тут параллельно кто-то названивает, я перезвоню обязательно. Здесь у нас магазин «Хмельная заставка», вот здесь вот АББ «Легран», то есть, наверное, можно купить по электрике автоматы и УЗО. Напротив, опять-таки, ламинат, обои, люстры, прокат, автосервис, памятники. Вот здесь вот, кстати, мойка самообслуживания, я именно на ней здесь мою машины, и здесь получается самое дешевое. Вот здесь мойка уже не самообслуживание, то есть здесь именно мойка другими чужими руками. Это Чехова 64, а туда внутрь был заезд на мойку самообслуживания. Здесь у нас Парковая 64, здесь двери продаются. Вот здесь вот наши дети, магазин, я сегодня покупала мелки. Дело в том, что мы забыли белые мелки дома, и мне пришлось покупать здесь мелки. Здесь, правда, только цветные, но нам это подойдет. Так, здесь вот одежда для детей. Мы можем сразу зайти внутрь, но я хочу вам показать все магазины, которые здесь у нас имеются. Автозапчасти, инструменты, кстати, по вот этой стороне, если дальше ехать, там есть магазин «Формула», тоже много запчастей на разные иномарки. Впереди у нас ЖК «Привилегия 1», 4 дома от компании «Каскад», тоже есть варианты купить и здесь. У них, кстати, открылся, получается, двухэтажный «Магнит Косметик» и «Магнит», вот тоже он сейчас будет виден на той стороне. А тем временем здесь салон красоты, мини-маркет, мы прошли аптеку. То есть здесь прям реально пятачок с инфраструктурой очень хороший. То есть можно купить все, что нужно. Пожалуйста, товары для дома, хозяйственный магазин, бытовая химия, если вам не хочется переходить в «Магнит Косметик», хотя многие сейчас очень предпочитают именно этот магазин для бытовой химии. То есть удобно и «Магнит Косметик», и гипермаркет «Магнит», и «Пятерочка». Тут есть все. Вот, пожалуйста, ламинат, зоомагазин, если у кого есть питомцы, и вам нужно что-то купить для своих любимых животных. Вот еще один «Студия красоты», «Взгляд». Я так понимаю, здесь наращивают ресницы. Вот здесь вот есть фермерский дворик, то есть такая своеобразная лавка с продуктами. Не знаю, получится ли я вам сейчас заснять или нет цены. Тем временем здесь продуктовый магазин, цветочный. Happy Day — это тоже вот цветочный магазин. В общем, там парикмахерская Лили, аптека, пивной и еще магазины. Сейчас посмотрим, что тут почем. Так, картошка 25, лук 25, свекла 25, 35. Кстати, цены недорогие, в отличие от той же «Пятерочки», 75 яблоки и 100 мандарин или апельсина. То есть вот такие вот цены, и с учетом, что вы можете выйти из дома и купить все это, то, что вам нужно. То есть не обязательно ехать куда-то специально закупаться. Там у нас продолжается стройка «Привилегии 2». Вы видите, да, уже арматуру выставляют.
Еще недавно заливали бетон, и уже, вот видите, идет процесс, началась стройка вовсю. И вот он, тот самый пешеходный переход, то есть вы сейчас вместе со мной уже в ускоренном движении пойдете к нашему ЖК, причем секундомер уже насчитал 3 минуты 44, пока я с вами разговаривала. Здесь вот такой вот жилой комплекс «Привилегия». И по прямой, то есть если вы перейдете через светофор, и вот оттуда, откуда выезжают машины, по прямой где-то метров 200-250 и будет 4-я школа. То есть вот я вам сейчас, может сказать, показываю проход от 4-й школы, ну не показывая саму школу, да, теперь по новой проезжей, точнее пешеходной части, которая ведет нас в наш ЖК «Времена года». Я думаю, это цветное здание вы никогда ни с чем не спутаете. И давайте вместе с вами уже отсюда полетим, потому что уже ничего интересного у нас с вами дальше не будет. И я смотрю, у нас 4:24, пока мы разглядывали. В общем, летим. Ну что, друзья, мы с вами вышли, собственно, на наш ЖК «Времена года», на Мирную, 29, корпус 5. Вот этот 5-й корпус, 4-й, кстати, вот розовый, я еще раз вам показываю. И вот он проход, соответственно, на улицу Парковую возле ЖК «Радуга». И по времени, смотрите, 7 минут 7 секунд, но это с момента, как мы с вами нажали старт, еще там, находясь возле пятерочки. То есть я вообще даже не заметила, как это время пролетело. И вот мы уже возле 5-го корпуса, пожалуйста. Вот такая вот прогулка у нас получилась. То есть я даже не знаю, что ближе. То есть гипермаркет «Магнит» или пятерочка. Вы сами видели, что очень все быстро. То есть 7 минут ходьбы. Но это вот от середины этого жилого комплекса, да, «Времена года». 7 минут ходьбы, я думаю, что это вообще ни о чем. С учетом, что вы вышли, допустим, на светофор и прогулялись еще 250 метров, и вы возле 4-й школы. Согласитесь, это очень рядом, с учетом, что это, в принципе, уже достаточно большой город, развивающийся. Да, в общем, пишите комментарии, как вам прогулочка. Теперь вы знаете, возможно, чуть-чуть больше, чем знали до этого. Вы уже знаете, где какие магазины здесь поблизости. То есть не только Восточный рынок, да, у нас и Анапское шоссе полно магазинов инфраструктуры, но и также улица Парковая, с которой мы, собственно, сюда и дошли. Ну, а с вами была Светлана, на этом все, друзья. Я думаю, что дальше больше. Если вы хотите квартиру в нашем жилом комплексе «Времена года», станем соседями, обращайтесь, подберу для вас специально хорошую квартиру по вашим параметрам, ну, и постараемся угадать с вашим бюджетом. Ну, на этом точно все. Пока-пока, друзья.